Мой креветочник. Вот они, креветки. Вишни, красный огонь. Оманка серенькая сидит. Карликовая криптокарина начала разрастаться. Гидрокатила вообще высокая. И даже начала захватывать территории новые слева. Вот она вдоль стенки полезла. Вот она. Скоро по кругу пройдет по всему аквариуму. Так, это цинклюсы работают. Фильтр грязный пора чистить. Так, что еще? Папоротник потихоньку тоже подрастает. Людвигия как-то плохо растет. Малыши креветки подрастают. Вроде все нормально пока. Скоро будет 3 месяца моему креветочнику.